Это вот для меня, на самом деле... Когда рубиновым вином горят хрустальные бокалы, и за приятельским столом бутылок выпито немало, мы все добры, как никогда, и наши женщины прекрасны, и произносятся тогда наш неизменный тост гусарский за наших дам, за наших дам, за наших дам, до дна и стоя, за остальное, господа, его купить навряд ли стоит, за наших дам, за наших дам. Нам этот тост необходим, он оправданием нашим служит, и наши женщины пред ним вовеки будут безоружны, они восторженно милы и восхитительно наивны, когда в их честь слагаем мы под свои сомнительные гимны. За наших дам, за наших дам, за наших дам, до дна и стоя, за остальное, господа, его купить навряд ли стоит. За наших дам, за наших дам, за наших дам, до дна и стоя, за остальное, господа, его купить стоит. Ищите женщину во всем, что в этом мире происходит. Под их изящным каблучком все короли и все народы, и брать войны, и красота.